Ой, бедный я, бедный. Йоханн Штраус. Ой, я несчастный. Создатель более 500 произведений танцевальной музыки. Ой, я горемычный. Классик венского вальса. Ах, я бедный, бедный. Основоположник танцевальной оперетты, для которой характерно мелодическое богатство, разнообразие музыкальных форм, заражающий темперамент и экспрессивность. Ах, зачем я насыщал свою музыку оптимизмом и юмором? Зачем? Делал устойчивую опору на народные песенно-танцевальные ритмы Австрии и Венгрии. И вообще, зачем я родился? В 1825 году в семье одноименного композитора и не умер окончательно в 1899 году, согласно музыкальной энциклопедии, из которой все это я про себя выписал. А впрочем, не рано ли ты отчаиваешься, Йоганн? Россия — это такая загадочная страна, в которой ничего нельзя знать наперед. О, Россию не понять, у ней особенная стать. Сегодня будут вас обнять, а завтра сильно ударять. Чтоб не попали вы в беду, не спит ночами МВДу. Простите, еще раз. Не спит ночами МВД, чтоб не попали вы в беду. Но днем и ночью в городе. Чтоб спасти престиж, в деревню к тетке в глушь, в Париж, пока не заразился. Пусть мне вслед зарыдает толпа. Уехал, о боже мой, уехал, о боже мой, уехал, о боже мой, боже мой. Мы уже начали просмотр следующей серии повторения пройденного. Заканчивалось обучение в училище циркового эстрадного искусства и предстояло найти место, место работы. Ну, не буду сегодня утомлять вас рассказами о своих проблемах, которые были связаны с моим трудоустройством. Не очень меня хотели брать на работу в московскую концертную организацию, так и не взяли. И я направляюсь в Ленинград на День смеха, который отмечается 1 апреля каждый год. В поезде разговорился с писателем, которого я считаю просто выдающимся, выдающимся писателем этого жанра.
Я говорю сейчас о Григории Горине. И Горин мне стал рассказывать, что в московском мюзик-холле готовится новая программа. И там освободилось место ведущего. И вот если я хочу, пожалуйста, я могу попробовать себя. Он пишет литературную часть этой программы. Я говорю, ну, мюзик-холл, это же надо же там же танцевать надо, петь надо, что же я там буду делать? Он мне сказал, захочешь есть, научишься. Горин практически не был связан с эстрадой. И все, что он для эстрады делал, это, я бы сказал, замыкалось на вечерах, которые он придумывал в Центральном доме актера московском. Капустники и фантазия Горина, и его мудрый юмор, они, так, ну, я бы сказал, там были особенно востребованы. И вообще в этот дом, в Центральный дом актера, когда-то привела меня совсем мальчишкой мама, и мама моя, которая думала, что таким образом из меня артист получится. Если я просто буду приходить в дом актера, значит, тогда получится артист. Да. В этом доме был замечательный директор Александр Моисеевич Эскин. Такой домовой человек, который был, что называется, душой и сердцем этого тогда очень востребованного места в Москве. После Александра Моисеевича его место заняла дочь. Дочь, замечательная была женщина, Маргарита Александровна. Ее тоже, к сожалению, уже нет. И вот когда Маргарита Александровна отмечала свой 75-летний юбилей, я получил приглашение пойти на этот вечер выступить. Я долго-долго думал, в каком качестве прийти, ну, что бы такое придумать, чтобы было неожиданно. И вот мы сейчас посмотрим этот сюжет. Но когда я вышел на сцену, то Маргарита Александровна сидела в первом ряду. Рядом с ней сидела Быстрицкая. И Маргарита Александровна смотрит на меня и говорит Быстрицкой, кто это? Из первого ряда. Быстрицкая говорит, не знаю. И весь номер она на меня смотрела, Маргарита Александровна, не понимая, кто это, пока в конце я просто вынужден был, я не собирался этого делать, просто снять весь грим, чтобы обнажиться. Село, что не узнали вы меня. Без Добрыни, без Алёши, без коня денег нет, поскольку кризис наступил. Я конем своим налоги заплатил. Почему со мной нет молодцев, братков? Видно, зол на них министр Сердюков. Вместо почести и воинских наград третий год, как за коррупцию сидят. Посему предстал пред вами
Я один. Патриот. Герой. И просто гражданин. Я хочу свое оружие продать. Чтоб могла ты всю культуру защищать. Ой, ты девица Маргоша, лебедь белая. Сколько ж подвигов ты в жизни понаделала. И при этом не сподобилась заважничать. Позовут с собой артисты. Сядешь бражничать, оказаться за столом с такою дамою, не мечтают Саркози с Барак Обамою. Президенты всей земли шлют смски на номерок заветный твой, Маргоша Эскина. Ты достойна жить в былинах, как и я. Взять в подарок от Батуриной коня, и в картину к тройке добрых молодцов пусть тебя допишет Витька Васнецов. Глазунов и Шилов пишут по бойчей. Только денег нет на этих басмачей. От того-то их и нет среди гостей. И без них полно тут всяких, всех мастей. За тебя я ковшик браги подниму, крепко дланями своими обниму, и хоть всеми ты любима на Руси. Сейчас при всех скажу такое. Хой, еси! Я готов идти с тобою под венец. Богатырь Илья Абрамыч Муромец. К великому сожалению, очень немного для меня Гриша Горин писал. Он занимался в основном театром и литературой. Но однажды я обратился к нему с просьбой. Мне нужно было пойти поздравить замечательную артистку в Театр Российской Армии. Был юбилей у Нины Афанасьевны Сазоновой. И вот Гриша, значит, дал мне текст, говорит, я не знаю, годится тебе или нет. Я говорю, знаю что, если будет успех, я тебя не назову. А если я провалюсь, я всем скажу, Горин исписался. Пожалуйста. Вообще, я на этой сцене был довольно часто.
Но первый раз ваш театр попал сейчас какой год? 33 года тому назад. Как раз мне пришел призывной возраст. Ну и мои сверстники, как нормальные люди, ой, это живой чеканку. Так вот, мои сверстники мечтали служить, ну, кто на флоте, кто в авиации. А я слышал, что лучше всего служить в команде театра Советской Армии. Ну и когда я пришел, чтобы пройти комиссию, меня подвели такой строгий дядя, старший прапорщик. И он сказал: комиссия суровая, все в погонах, но требует прочитать что-нибудь художественное. Я спросил: а смешное можно? Он сказал: можно, там солдат не будет. И пояснил: солдаты — это самый неорганизованный народ, они даже смеются не по правилам. Я даже удивился, спросил: неужели для этого тоже есть правила? Он сказал: а как же? В армии все по правилам. Генерал смеется 3 раза подряд. Первый раз, когда ему рассказываю смешной, второй, когда ему объясняю, что именно было смешным. И третий, когда это до него доходит. Младший офицер смеется 2 раза подряд. Первый раз, когда ему смешно рассказывает генерал, а второй раз, когда генерал сам засмеется. И я решил прочесть басню. Поскольку память у меня уже тогда была очень неважная, и чужую басню я бы ни за что не выучил, я бы сочинил свою. Однажды заяц... Хорошо начал. Однажды заяц написал письмо. Без подписи, но с чувством. Ой, я забыл сказать название. Басня называлась «Заяц аноним». Но когда я увидал столько людей в погонах, я так растерялся и сказал, когда меня спросили, как называется басня, и такая пауза наступила, как будто я не в театре Советской Армии, а в МХАТе. Генерал спрашивает: как? Какой заяц? Я говорю: анонист. И даже рукой показал. Ну, думал, что он плохо слышит. И сказал: ладно,
читаю. Я стал читать. Однажды заяц написал письмо. Без подписи, но с чувством. Поскольку речь шла о морковке и капусте, он думал, что понятно всем само его влечение к данному предмету. И ничего плохого в этом нету. Тут генерал не выдержал и закричал: «Стоп! Какая еще морковка?» Я еще больше растерялся. Я говорю: «Товарищ генерал, ну это же морковка, ну это же не в прямом смысле. Это аллегория, басня, намек». Он как зарычит, отставит разговорчики. Я намек на похабель всегда с первого раза понимаю. И тут же в ответ посылаю: «Улавливаешь мой намек?» Я говорю: «Так точно, товарищ генерал, улавливаю. Ну, может быть, вы мне все-таки разрешите кончить?» Тут он просто взревел: «Что тебе разрешить?» Он говорит: «Сейчас кончим вместе. Ты басню, а я тебя». И тут он совсем перестал намекать и все сказал открытым текстом. Короче, в театр меня тогда не взяли, все, конечно, очень плохо. Иначе я бы уже тогда познакомился с Ниной Афанасьевной. И вот сегодня, собираясь на юбилей, я вспомнил про эту басню. И решил, что она совершенно годится для данного случая. Надо только смысл почетче донести. Однажды заяц написал письмо. Без подписи, но с чувством, поскольку речь шла о любви к искусству, то думал он, понятно всем само его влечение к нашей юбиляше, с которой он готов. Хоть в танце, хоть на марше, с открытым сердцем, помыслами чисто, всегда влюбленный заяц сазанист. Вот и все на сегодня. Спасибо, что вы были с нами. Неделя перерыва. Встретимся на повторении пройденного. До свидания.